Так, здравствуйте, здравствуйте, с вами Данила Рыжкин. Здравствуйте, с вами Данила Рыжкин и... Все. Мир вам. Так, ладно, давайте без этой фигни. С вами Данил Орешкин, и вы смотрите «Субъективное за бардачом». Первый выпуск, и тема сегодняшнего выпуска – это мат. Мат сейчас – это, ну, наше современное общество не представляет себя без мата, мат себя не представляет без нашего современного общества себя. Мы слишком глубоко погрузились на это. В этом море грязи и убожества и идиотизма, потому что, ну вот посмотрите на США, у них есть такое замечательное слово, как «фак». Оно сейчас у них используется везде, везде, просто везде, на сценах, в кино, в передачах, его не запикивают, это нормально. У них нет вот этого сокровища в языке, они потеряли его. Неужто мы тоже хотим потерять наши заветные слова и... Мы же не хотим, чтобы наши ведущие, телеведущие с экранов первого, второго, третьего, четвертого, да какого угодно там канала, я не смотрю телевидение, говорили нам такое жесткое словцо, когда показывают, как какой-то КамАЗ врезается в машину. Зачем нам такое надо? И то же самое в интернете. Любой видеообзорщик, видеоблогер, влогер, все эти люди, которые... которых смотрят дети в основном, потому что аудитория у таких людей — это люди от 14 до 18 лет, они впитывают все это, и потом такой маленький засранец 14 лет, который объясняется перед другими такими же засранцами, составляет предложение из 10 слов невысокоинтеллектуальных, и из этих 10 слов 6 из них будут матерными. Отрезать такому засранцу язык, вставить этот язык в специальный пистолет и застрелить его из этого пистолета своим же собственным грязным языком. Вы сами задумайтесь, вот, когда такие люди формулируют какую-то мысль, они, и вставляя мат, это показывает то, что они не могут сформулировать нормальную мысль. Не получается у них. А это значит, что это деградация человека. А так как таких людей у нас большинство, то это деградация нации. И не надо ругаться, что у нас плохое правительство, плохие дороги и все у нас ужасно. Нет, просто вы люди имбецилы и дебилы, которые... для которых не существует слова «мораль». И можно даже на уроке, в школе, в университете или на работе позволять себе употреблять бранные слова. Я надеюсь, после того, как вы послушали и посмотрели это видео, вы все-таки призадумаетесь. Я, конечно, понимаю, что вы сейчас, сидя и смотря на меня, говорите: «Не-не-не-не, я не имбецил, я мат употребляю только тогда, когда кричу или надо что-то доходчиво объяснить, и вообще про настройки они по-другому не понимают». Ну-ну, да, вы скажи я, что 90% дебилы, 10% нормальные люди, вы себя будете считать за 10%. Ну, да бог с вами, но вы все-таки сядьте и проанализируйте, сколько мата вы употребляете за день. Вы поймете, кто прав, я или ваше раздувшееся эго. На этом, думаю, все, потому что... тему, если продолжать, то это можно уйти на много часов, а вы просто устанете меня слушать. С вами был Данила Рыжкин. Надеюсь, буду продолжать выкладывать свои субъективные мысли по... да по любому поводу вообще. Вот не понравилось мне что-нибудь на улице, маршрутка номер 78, вот про нее было... Можете подписываться, можете не подписываться. Если вы были подписаны, можете отписаться. Можете поставить лайк, можете поставить дизлайк. Комментировать, не комментировать. Единственное, видите, хорошо. Удачи.